Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Телевизионные портреты». Мы продолжаем знакомить вас с народами, проживающими на территории Каменско-Уральского и Каменского района. И в нашей сегодняшней программе речь пойдет о самом древнем и многочисленном народе Среднего Урала – о башкирах. Среди башкирского народа бытуют старинные предания, в которых рассказывается о происхождении их народа. Когда-то Европу и Азию отделяла большая вода. Владыке Вселенной это не нравилось. И он решил эти Азию и Европу соединить. Вызвал он башкира Джигита и приказал, чтобы он к исходу дня соединил вот эти два континента. Он взял большую стальную иглу, золотой клубок ниток и к утру зашил два континента. И на месте шва появилось множество самоцветов. Владыка стал доволен работой Джигита и подарил ему девушку-башкирку. Вот с этого момента появляется башкирский род, так говорит легенда. Башкиры – один из древнейших народов мира. О племенах, из которых он формировался, писал еще античный историк Геродот. Согласно Геродоту, башкирский род появился 5000 лет назад до нашей эры. Первые письменные источники, где есть упоминания о башкирах, относятся к IX веку. Среди современных народов, живущих на Урале, первыми обитателями края оказались башкиры. Если следовать письменным источникам прошлого, то можно считать башкир уже более 1000 лет коренным населением Урала. Башкирский народ – древний коренной народ, единственный народ, который имеет вотчинное право на земли. У них имеются жалованные грамоты, так как они хозяева вот этих земель. Башкиры являются и коренным населением юга Свердловской области. В прошлом юго-западная и южная часть области были частью территории расселения башкирского народа. Башкиры – коренное население и Каменского района. Это касается вот настоящая сейчас территория по Свердловской области. Это Екатеринбург, начиная с Красноуфимска, так, значит, до Каменск-Уральского. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Свердловской области проживает более 37 тысяч башкир. На территории Каменск-Уральского их насчитывается около 1500. В Центре национальных культур Каменско-Уральского башкиры, пожалуй, одни из самых активных его членов. Башкирское общество является районным представителем региональной организации «Курултай-Башкир» Свердловской области, основная цель которой – сохранение традиций и реализация духовных ценностей башкирского народа. Конечно же, они принимают активное участие в фестивале национальных культур, которые постоянно проходят в Каменск-Уральском, а также во всех мероприятиях, которые проводят город и Центр национальных культур. При помощи Татьяны Семеновны, значит, каждый год мы проводим День Республики Башкортостан. Провели в этом году юбилей Рудольфа Нуриева, нашего великого балерона, знаете, и много-много таких вечеров. Башкиры свободно перекочевывали по степям, устраивали там свои кибитки, занимались скотоводством, тешились верховой ездой и игрой. Башкиры, в первую очередь, они воины. Они наездники хорошие и просто очень добрый, работящий народ.
Башкирская культура – явление многогранное и своеобразное, на развитие которой особое влияние оказали исторические и природные условия жизни этого народа. Башкиры занимались разведением скота, и большую часть времени они проводили далеко за пределами своего дома, поэтому среди башкир так были распространены временные жилища. Самым древним и самым универсальным видом была юрта – теплая в стужу, прохладная в жару. Башкиры в юртах жили только в период с весны до осени. И то полукочевой народ жил. Они выезжали со своим стадом, а у нас лошадей у каждой семьи было по 1000. И коров было по 1500. Вот они с юртой уходили в стадо кормить далекие луга. Иногда они доходили до 70 тысяч километров от своего жилища. Традиционная юрта, как жилище у башкир, ныне не сохранилась. Сегодня это скорее декоративное жилье, которое ставится в основном на праздниках. Их ставят во время разных праздников, особенно во время Сабантуя. Она делится на две части. В одной части находится как бы хозяйственная часть, а другая часть, где принимают гостей. Вот. А раньше в середине этой юрты ставили еще камин, очаг, чтобы жить. Башкирский народ обладает одной универсальной особенностью, которая отличает его от многих других народностей. Башкиры чтят свои традиции особенно трепетно. И в первую очередь это относится к праздникам. И празднует башкирский народ не абы как, а с размахом. Наиболее древний башкирский праздник – Йын-Йын, по-другому – народное собрание. На Йын-Йын обычно съезжались из разных деревень народ, чтобы решать такие важные вопросы мира и войны. Даже там решались хозяйственные вопросы. И решались, за кого даже выдать замуж дочь или женить сына на ком-то. То есть приезжали разные деревни, и там же и состоялось их знакомство. Еще один башкирский праздник имеет очень интересное название – «Воронья каша». Варили в большом чане кашу, устраивали праздник. Вот чем больше, значит, было угощение, тем, значит, они себе желали богатого года. Главным праздником весны считается Навруз, по-другому – Новый год или праздник равноденствия. У нас есть праздник Навруз, который до 20-го года, 20-го столетия, постоянно проводился в Башкортостане, у башкир, то есть. Хотя практически этот праздник нашим уже дальше не считался. Сейчас он стал таким общенациональным праздником. А во время Навруза это равноденствие. Называется по-новому, по-нашему, по-мусульмански это Новый год. И там же проводили первую борозду посевную. Чистили дом. Потом, значит, готовили стол богатый. Кормили... богатые кормили бедных, кормили, угощали, значит, родственников. И в первую очередь детям уделялось внимание. Они перед праздником ходили в каждый дом, собирали там разную еду, а сами приносили цветы, вот эти первые весенние цветы. Башкиры очень ценят красоту. Особенно ярко это проявляется в национальном костюме. Яркий, красочный, богатый декоративными элементами, башкирский костюм говорит очень многое об истории и культуре народа. Как известно, национальный костюм – это не просто данность, а отражение многовековой культуры, истории и традиций народа. Башкирский национальный костюм формировался на протяжении более 10 веков и впитал в себя особенности покроя верхней одежды кочевых народов. Одежда женщин отличается богатством декоративной отделки. Башкирский национальный костюм, в особенности женский, отличался богатой вышивкой. Плотный узор покрывал рукава и юбку платья, а также подол и передник. Основу составляло платье кулдек. Особенностью таких платьев были широкие проймы, большие квадратные ластовицы и отложной воротник. Платье обязательно, но раньше еще под платье еще штаны одевали. Потом, значит, одевали на платье нагрудник, а нагрудники бывали разные. Чем старше женщина была, тем она была длиннее. Это был, опять же, оберег. Костюм наполнял удлиненный, украшенный кораллами, серебряными монетами, сердоликом, нагрудник, служивший защитой от проникновения злых духов. Серебро, серебряная монета,
тоже оберег. Вот эти аппликации, это тоже считается оберег. То есть все башкирские костюмы – это с оберегами. Мужской костюм отличался от женского меньшим разнообразием и сдержанностью. Он состоял из свободной рубахи, нешироких штанин, поверх которых надевали камзол или легкий халат. Исключительно мужской деталью костюма являлся пояс. Справа всегда пришивали прямоугольную кожаную сумму, а слева – ножны. Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе особую смысловую нагрузку. Головной убор играл особую роль в костюме. Он свидетельствовал о материальном и семейном положении человека, а нашитые на него монеты, камни и другие предметы служили оберегом. Женские головные уборы отличались особым разнообразием и наиболее ярко отражали этнический колорит. В южных районах замужние женщины носили кашмау – шапочку с отверстием на макушке, украшенную кораллами, монетами и подвесками. Меховые шапки женщины носили поверх платка, накидывая сверху шелковую или кашемировую шаль. Повседневным мужским головным убором была тюбетейка, а в скотоводческих районах – меховая шапка. Меховые шапки имели вытянутую форму, покрывались сверху бархатом или сукном. У южных и восточных башкир традиционным головным убором был малахай. По спине от него спускался кусок ткани, который защищал шею и верхнюю часть туловища от ветра. Своеобразные обычаи и традиции башкир, которые они переняли от своих прадедов-кочевников, проявляются во многих сферах жизни современного народа. Не исключением в этом вопросе стала и национальная кухня. Все же национальная кухня башкирского народа очень проста, но необычайно вкусная. Распространенными в башкирской кухне являются мясные, молочные, крупяные блюда и мучные изделия. У башкирского народа было бесценное богатство, в правдивость которого верил каждый. Это народные песни. В них в наиболее совершенной художественной форме выражен национальный характер народа, раскрыт уровень его музыкально-поэтического творчества. Башкиры очень песенный народ, очень такой веселый, радостный. Во-первых, к этому благоволит наша природа, наш климат. Башкир, он начал петь еще тогда, когда у него даже не было вот таких условий, в которых сейчас он проживает. Он едет на коне, видит, а ему же вот душа-то поет, вот он и сочинял песни. Башкирские национальные музыкальные инструменты самобытны и своеобразны. Наиболее распространен древний самобытный музыкальный инструмент кубыс, смычковый музыкальный инструмент башкир, также называемый кыл-кубыс. И хотя считается, что это детский и женский инструмент, лучше всего на нем играют мужчины. Наиболее распространен древний самобытный музыкальный инструмент курай. Он представляет собой дудочку, изготовленную из тростникового растения. Про курай нужно говорить особо. Он у нас находится даже в гербе Республики Башкортостан, цветок курая вместе с Салаватом Юлаем. То есть он такой, этот инструмент такое большое значение имеет для башкирского народа. Нет такого народа, у которого вот такой бы музыкальный инструмент был. Когда курай играет, человек практически летает, понимаете, нет? Мыслями где-то хорошо, где-то вот над зелеными этими лесами, над голубыми водами, там видит какую-нибудь красивую девушку, там, я не знаю, вот все он видит, только красивое. Курай настолько уникален, что может играть с любым музыкальным инструментом и даже с оркестром. Но лучше всего он звучит соло, ведь курай – это голос ветра, свободного и воинственного, как и башкирская нация. Thank you.